Тема 772. Футболки в технике тай-дай. Популярная ниша с растущим спросом на Etsy, которая может приносить вам более 800 продаж в месяц. Футболки – популярный товар на Etsy. Но и конкуренция здесь огромная, более 3 миллионов товаров. Но есть одна ниша, в которой еще можно выделиться и спокойно продавать. Причем, для этого не нужно придумывать юморные надписи или делать кастомизированные изображения на футболках. Все гораздо проще. Вы можете просто покрасить белые футболки в технике тай-дай, эта техника еще называется сибори, потому что под таким названием она изначально пришла на Запад из Японии, и этот товар очень популярен на Etsy. Конкуренция в этой нише не слишком высокая, от 1000 до 40 тысяч листингов, в зависимости от поискового запроса. А конкурировать среди 40 тысяч листингов сегодня – вполне реально. Спрос растет, так что покупателей хватит на несколько лет продаж. Не так важно, как вы покрасите футболки, главное, чтобы было ярко. А как получается такой рисунок? Очень просто. Суть техники тай-дай в том, что предварительно изделие сворачивается определенным образом и именно в таком виде подвергается окраске. А когда вы готовую вещь разверните, увидите на ее поверхности оригинальный рисунок. Сворачивать футболки можно по-разному, и рисунок получается разный. Можно свернуть спиралью, можно дольками или параллельными косыми линиями, рисунок все равно будет интересный, как интересен любой рисунок, получающийся в калейдоскопе. Один из вариантов создания футболки в технике тай-дай можете посмотреть на видео https://www.youtube.com. Если с этим справляются даже девочки подросткового возраста, то вы точно справитесь. Главное, найти хороший краситель, который не поблекнет после первой стирки. Именно с не очень качественным красителем столкнулась девушка Элизабет Пинейр, которая решила заняться техникой тай-дай всерьез. Первые ее опыты с окрашиванием футболок закончились ничем, краска просто слезла после первой стирки. Но когда девушка нашла в интернете надежного поставщика яркой несмываемой краски, она занялась своим делом всерьез и превратился окрашивание футболок в технике тай-дай своим бизнесом. Она открыла магазин на Etsy, etsy.com/shop/frankegirl.cz, и начала предлагать свои творения. Несмотря на то, что первые фотографии ее футболок были не очень яркими, у нее сразу пошли продажи и восторженные отзывы. Со временем девушка набралась опыта и в фотографировании, и в создании новых моделей. Она красит не только футболки, но и майки, и толстовки. На сегодняшний день, менее чем за 4 года, у девушки уже более 12 тысяч продаж. Скорость продаж у нее просто фантастическая. По данным Яцерянг, этот магазин делает в среднем 203 продажи в неделю, правда, зимой спрос обычно падает, но все равно есть. Так что если вам интересна эта техника, можете попробовать. Зарабатывать на Etsy продажей подобных футболок. Чем ярче и оригинальнее у вас будут модели, тем больше будет у вас продаж.